Всем привет! Вы на канале Мегазвук. Сегодня мы приготовили для вас топ динамиков, самых продаваемых в 2022 году. И этот топ мы решили разделить на несколько критерий. Это эстрадная акустика 16,5 см, эстрадная акустика 20 см и компонентная акустика 16,5 см. Давайте начнем с компонентной акустики 16,5 см. На пятом месте по продаже расположилась акустика Герц, модель ДПК-165.3. Это не самая бюджетная акустика, но я думаю, что люди ее выбирают, потому что это вот такая золотая середина между ценой и качеством. На четвертом месте располагается акустика JBL, модель Stage 601C. На третьем месте располагается акустика Best Balance. У Best Balance есть несколько серий, это A, B, C, D, E, F. Так вот, наш топ занимает серия C. 6.5. На втором месте располагается акустика Pride, модель Harmony 6.5C. А первое место занимает компонентная акустика Pride Easy 6.5C. Они чем-то схожи по звучанию, но Easy покупают больше, возможно, потому что он дешевле. Ну а мы двигаемся дальше и переходим к топу эстрадной акустики 20 см. Итак, на пятом месте у нас Урал ТТ-200. Да-да, вы не ослышались, но это вот такой вот факт. На четвертом месте акустика Апокалипсис, модель АП-М81СЕ. На третьем месте Аватар МТУ-81ЛЕ. Довольно-таки популярная и бюджетная акустика 20 см. На втором месте акустика Pride Ruby 8V2, которая имеет громкое и сбалансированное звучание. Но мы переходим к лидеру нашего топа самых продаваемых динамиков в 2022 году. И на первом месте самый продаваемый, самый популярный, а обрел он свою популярность благодаря вкуснейшему панчу. Я думаю, что многие его узнали, многие его покупают именно за панч. Это акустика Pride Diamond 8V2. Ну а мы переходим к топу самых популярных эстрадных динамиков 16,5 см. На пятом месте располагается акустика Edge, модель EDB Pro 6 Lite. Бюджетная акустика в своем ценовом сегменте, много где светилась и, возможно, поэтому ее и покупают. Четвертое место занимает Мачете MM60V2. Третье место – Аватар MTU-61LE. Тоже бюджетная акустика и в своем ценовом сегменте звучит очень хорошо среди конкурентов. На втором месте располагаются динамики Pride Ruby Air. Это динамики, которые имеют номинальную мощность 100 Вт, и они будут играть громко даже от маломощного усилителя. Но мы переходим к первому месту. И первое место занимает акустика Pride Ruby Voice 6,5. Динамики с ровным звучанием, и звучат они ровно так, как вы от них ожидаете. Это от 100 Гц до 5 кГц. И я думаю, что именно поэтому и выбирали, именно поэтому они занимают первое место, потому что это выбор ваш. Вот такой был у нас топ. Если вы расположили бы динамики по-другому, то напишите в комментарии и напишите, какие вы динамики приобрели в 2022 году. Всех с наступающим Новым годом, подписывайтесь на канал Мегазвука и до встречи в 2023 году.